Изучение иностранного языка методом разговора. Рассказываю вам. Чем больше вариантов, тем меньше мы отрабатываем каждый из них. Почему боксеры, полугодовой боксер, то есть который полгода занимается боксом, намного опаснее, чем человек, который занимается 3 года карате? Количество часов опыта в карате больше у другого человека. Но почему все боятся боксеров? А потому что боксеры все свое время отрабатывают в основном только технику рук, это первое, а во-вторых, у них основных 4 удара. И на каждый из этих ударов они тратят намного больше времени, чем обычный каратист тратит на каждый из своих ударов. Если бы вы 3 года изучали только математику, в школе, в вузе, неважно как, вы были бы намного более лучшим математиком, чем если 3 года вы изучаете разные предметы, или даже 30 лет вы изучаете разные предметы. Потому что происходит откат, потому что не происходит кумулятивного эффекта. Сейчас мы с вами разберемся, собственно,